выполнить задачу. Все задания. Следы оставила. Было два. Пока я смотрел в этот блокнот, еще поставил следы. Камера лагает. А! Мама! Ушла. Мама! Ты видел? Радость, ты почему не сфоткал? У меня мурашки, ребята. Окей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Растишкамен, Радекс, пацаны, поздоровайтесь. Всем здорово. Hello. Всем понравилась игрушка Фасмофобия, поэтому у нас вторая серия, офигительный сюжет. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем искать призрака и всираться. Погнали. Пошлите. Ох, тот дом, который мы проходили. Блин, ну и ребята, графон, как всегда, на высоте, все выключено на ультрах. Надеюсь, вам понравится. И вы поставите лайк, подпишитесь на канал, ибо ролики выходят каждый день. Кстати, это карта, где я общался с призраком, и она меня убила, помните? А я уже забыл, как ее зовут. Джуди Ли, да? Джуди Ли, да. О, представьте, у меня какая память. Я все помню, ребятушки. Если вам нравятся ролики с вебкой, обязательно ставьте плюсик в комментариях. Если будет много плюсиков, буду понимать, что это вам интересно. Вот тут он. 9 градусов. Нет, 20 градусов. О, я сейчас давайте по рации что-то я скажу. Какой кнопкой? Я уже забыл говорить. А, на В, М русская. М русская, да? Вонючий призрак, дай знать себя. Да его имя сейчас узнать, сейчас я скажу. А, Джуди Ли, ты здесь? Его не так зовут, по-другому. А, уже по-другому зовут, да? Да, разные же имена. Я понял, я понял. Видите, все меняется. И получается так, это что, постоянно можно переигрывать и будут все по-разному? Да, короче, офигеть. Его зовут Робин Барбер. Робин Барбер? Да. Ёлки, моталки, еще запомнить надо. О, привет. Так, а что закрыто? А можно на себя? Я нашел комнату, наверное. А, нет, это кухня. Робин Барбер, ё-моё, надо сейчас будет с ним найти если общий язык. Если его комната, то в этой комнате будет температура низкая или даже минусовая. Понял. Ну, там если будет низкая или минусовая, то все это. А как я могу узнать, как если у меня нет термометра этого? А он на полу что лежит? А не. Он сейчас так три предмета аж можно. На входе. Так, я поставил камеру сюда. Вот тут 12.6. Во, okay. Наконец-то. Вот теперь у меня нормально показывает. Это у меня в этом месте, где мы сейчас с тобой, Растишка. Свет мигает. Отключился свет. Это вы выключили? Нет. Так, ребята, призрак начинает показывать себя. Может, давайте я поговорю с ним, можно? Да, давай, мы выйдем. Все, можешь говорить. Робин Барбер, ты здесь? Я правильно сказал его имя? Да. Вроде да. Там Р в конце. Робер? Да, Робер. Барбер, ты здесь? Сейчас вот. Барбер. Блин, честно, я боюсь сам. Как-то я вот тогда проиграл. Вот имя Робин Барбер. Робин Барбер, ты здесь? Он на втором этаже был. Идемте наверх. Его комната. А, надо было радио включить. Да. Робин Барбер, дай знать про себя. Да прямо тут говорить. Вот здесь у него комната. Туалет, что? А, я думал. Не-не-не, Дим. Здесь вот его часть находится, да. Да? Робин Барбер. Дай знать о себе. Робин Барбер, ты здесь? Подожди, уходим с комнаты, смотрим на Диму. А если сейчас опять будут туда прятки, он меня замочит? Фонарик мигает, значит, жопа. Не, пацаны, на радио не реагируют никак. Может, я потом попробую. А может, не все ж призраки, да, на радио реагируют? А, не все. Так, давайте тогда что-то мне другое надо взять. Давайте я выкину тогда вот эту штуку. И... Я там камеру поставил. Сейчас давай посмотрим по камере, включай, давай посмотрим, реально. Есть ли призрачный огонек? Ну-ка. Есть. Вот, летает. Есть. Это фонарик, по-моему. Нет. А, да, вот слева. Так, давайте, и, это да. Мы блокнот, да, открываем, делаем заметки себе на О, насколько да, я помню. Да, на О русскую, да. Призрачный огонек. Есть. А, сразу отсеялись, да. Получается, призраки.
которые так, уже на это реагируют. Нет. Так, отлично, ребята, я теперь понимаю, как механика игры это устроена, поэтому мы будем скоро профессионалами. Радость, пошли сейчас посмотрим. Так, что мне надо взять, чтобы еще было мне интереснее? Да, где вот эта штука? О, давай я МП возьму вот эту вот штуку. Я сейчас пойду включил. Рассыплю соль. Сейчас соль рассыпем, посмотрим, будет ли отпечатка. Кто это решил? Это я выкинул. Лазерный проектор. А это лазерный проектор? Я не с тем ходил, что... Так вы же сказали, это эта штука. Ты понял. Так, сыпем соль. Как сыпать? А вот это мы не знаем. О, это ты насыпал. Что оно означает? Сейчас проверим. Он Он соль любит? Он любит соль, ребята. А кто соль не любит? Призраки, они ж... А сахар, не? Если сейчас будет такой это бугорок, ну меньше станет, то значит тут полезал. А я его увижу на датчике. Это детектор лжи, детектор брехни, короче. Так, может выйти из комнаты на. О, у меня загорелась лампочка какая-то одна. А нет, то показалось мне. Бликует. Он, кстати, свет выключил, может включим? Да не, надо с выключенным. Призраки ж не любят свет. Короче, ребята, я его сейчас найду, я обнаружу его. Это ж не я буду, чтобы я не нашел призрака вонючего. Дима, так нам таки надо, чтобы он злился, чтобы он тебя показывал, иначе мы никак не поймем, что это за призрак. Его лучше, кстати, я сейчас за фотиком пойду, его сфоткаем, если будет. У меня есть фотик, у меня есть фотик. Так, подождите. Подожди. Подожди, да. Я иду с вами, я сыкую. Я один боюсь, я иду с вами. Подожди, а у тебя... Так, подожди, где ты соль насыпал? Давай проверим. Нет, нема никаких отпечатков, ничего нет. Как мы еще можем его выследить? Может поставить какие-то штуки, которые зеленым светят? А, вот это лазерный вижу. Проектор. Да? Так, да. Давай его ставить. Вот это он на полу лежит? Да, это он. Берешь? Не, у меня места нет. У меня тоже нету. Ну ладно, ладно, я... Есть. Ах ты, блин, задрал, а? Давайте, мне страшно. Так. Так. Робин Барбер. Ты здесь? Так, я, пожалуй, пойду обратно в фургон и буду там смотреть. А что ты поставил там? А, этот радерный проектор, блин. Так, давайте хоть посмотрим, как он работает. Я же еще не выучил тут все. Надо поэтому все нам изучить. Вот на этой карте он, видишь, показывается. А, нет, нет. Это не то, да? Не понял. Радекс. Поломали? А он на карте отображается же, да? Кто? Радиоприемник. Нет, вообще-то. Ой, лазерные. Да, да, да. Нет, надо идти так, смотри. А, я понял, ребята, я играю с профессионалами. Нет. На камерах надо смотреть. Если увидишь, как будто кто-то пробежал, то. Стоп! А чего он реагирует? Он прошелся по соли. Он только что прошелся по соли. Идем смотреть. Как ты узнал это? Я вижу следы, ребята. Да, вот как оно теперь выглядит. Хоть буду знать. Я смотрел, короче. Я смотрел на монитор и вижу, что это мелькнуло на панели вот этих. Так, давай, короче, делаем заметки. Смотрите, ребятушки. Да. Так, что он у нас? Еще раз шагнул, кстати. Лазерный проектор или что? Минусовая температура? Отпечатки рук? У нас пока что. А, нет, отпечатки рук. Вот это, наверное, нет, это не отпечатки нет. рук. А чё здесь нету тогда про соль? Нету, это вообще просто, типа, можно выполнить задачи. Все следы оставила, было два, пока я смотрел в этот блокнот, и ещё поставил следы. Камера лагает. А! Мама! Мама! Ты видел? Радость, ты почему не сфоткал? У меня мурашки, ребята. Так это надо именно там фоткать. Я боюсь, а! Идите ко мне, пожалуйста. Короче, ему не нравится, что я здесь хожу, да? Это вы идете, да, пацаны? Да. Блин, одному страшно, очень страшно. Это ребенок. Это ребенок? Так. Да. Смотрим отпечатки рук. Есть? Оп, нет. Наверное. Ты куда спрятался? За диваном. Нема? Тактика старая. Давайте еще, давайте все-таки я рацию включу сейчас. Робин Барбер, ты здесь? Ты убегаешь. Робин Барбер, постучи по окну. Нам же надо, чтобы он далеко от нас был. Ты должен один быть, да? Ну, либо... Ну, да, ты должен один. Так вы меня специально, да, чтоб я умер? Нет. Не, активности нет, он на тебя не нападет.
Робин Барбер, ты здесь? Он, кажется, не отвечает вообще. Короче, радио можно выкинуть. Я его выкинул, так я и сделал, оно не нужно. Оно не отвечает. Пойду я возьму лучше вот эту штуку, которая следы может отслеживать. А вы где, пацаны? Давайте вместе. Фонарик. Мне надо ультрафиолетовый вот этот фонарик взять. Да, вот. У меня есть он. Вот я скину. На Е. Отлично, отлично. У меня обычный фонарик работает и этот. Это нормально? Да. Так, ищем следы. Если оставить следы, да, на стеклах или где-то, то можем сделать заметку в журнал про вашего мальчика. Вот он, наверное, как выглядит. А, это она. Наверное, девочка, потому что Робин. Вроде в Америке так и называется. Так, я еще один поставил. Получается, так, это призрак. Сложный, да, призрак, что мы его не можем так легко определить? Да, он маленький, поэтому я поставлю вниз. И сейчас лучше... Мы можем следы на полу увидеть на ухо или нет? Этим фонариком. Кинул на прогиб. Мне показалось, кто-то за холодильник зашел. Ну, не обращайте внимания, у меня глюки уже. Я боюсь просто, это дом. И что-то, знаете, часы среди тишины тикают. Вообще жесть. Озвучка на высоте в игре. Согласен. Блин, призрак страшный. Нет, Дима, ну, следов нету. Как его определять дальше? Что еще можно сделать? Дима, у тебя рассудок самый низкий. Тебе таблеточку взяли бы. А где взять таблетку эту? Мне кажется, я знаю, кто это. Я иду, короче, на улицу. Это может быть, по-моему, диаген. Не, нам надо точно определить. Он потому что, типа, мог, у тебя рассудок очень низкий. Где остальные таблетки? О, взялись. О, наконец-то. Так, я их выпил? Да, вот да. У тебя 60 с рассудком вместо 20. Получается, я сама больше как бы заразился, да, от него? Ну, да, я говорю, это может быть диаген, потому что у тебя за такое время очень сильно рассудок сожрало. Я еще выпил таблеток на всякий. О, все, соточка. Отлично, ребята. Все, экономим. А что мне надо сейчас взять еще, что можно? О, давай я возьму термометр, буду проверять. Пошлите, короче, чекать. Мы уже нашли. А можно отметку сделать, что низкая температура или нет? Да. А тут нету. А вот, минусовая температура, ставим. Давай, у нас Ревенант, Юрей, Ханту и Онрио. Радость, давай ты минусовой нашел в доме? А не было, да, минусовой? Не было. Сейчас, ребята, я посмотрю. Его не нашли просто, я найду сейчас. Радость, идешь? Да, иду. Плюс 5, это холодно? Нет, надо, чтобы именно вот прям минусовая была. То есть минус 1 и т.д. Давай ты мне сейчас поставим. Пошли свет включим. Пошли. Давайте, может он выключит его сам? Оно сам выключил. Короче, это такой, знаете, ребят, очень сложный призрак, которого сложно определить. Но мы это сделаем, чтобы мы не определили вонючего Господи, призрака. Я испугался вешалки. Мне страшно. А вот если я тут возьму лучи вот эти зеленые, что оно мне даст? Давайте лучше возьмем, давайте мы выкинем. Вот это выкинем. Я путаю. Вот это вот возьмем. Я шторку с призраком попутал. А я могу кинуть просто его, да? О, вот тут, наверное. Очень странный фонарик. А у тебя слабый, Дим. Там есть еще помощнее. Да, ну я так просто проверил. Плюс 3. А нет, это ж не минус. Это на улице, наверное. Это улица. Короче, значит, минусовую температуру я зря отметил. Ее нету. Хорошо, давайте уберем. Давайте минусовую температуру уберем. Какие еще призраки, пацаны? Что мы еще нашли? Ну, вот больше... Призрачный огонек у нас был, ставь на него крестик, минусовую температуру, зачеркивай. Так не было минусовой, я пошутил. Ну, зачеркивай ее, потому что ее не было. Так она зачеркивает то, что не было? Два раза. Да, зачеркивай, и пока что, вот мы пока что ничего не восстановили. Отпечатки рук не нету тоже, да, можно убрать? Пока что еще нет, потому что пока что еще неизвестно. Давайте все-таки радиоприемник... Радиоприемник он у нас не отвечал. Получается... Банши, Радзю, Бэк и Тайги. Ну а как еще? Что еще можно? Подожди. А записи в блокноте? Как нам сделать записи в блокноте? Сейчас, я там блокнот оставлял. Давайте проверим, потому что мы это не проверили. Я уже поставил. Да, я же сказал. Ты куда идешь? А что, ждать надо долго или нет? Подожди, раз 5 я пусть возьму.
кто. Давай закроем двери, да? Или не надо было закрывать? Идем. Так, если сейчас будет записи в блокноте, сразу отсеется еще парочку, да, призраков? Блин, ну мы должны найти. Ну как это не записи найти? Записи нету. Мало времени прошло, наверное, да? Ой, я взял его? Да. Почему нет следы отмечать этот? Ну, он тут ходил. В смысле, соль можно, да, насыпать? Он следы оставляет, а отметить в журнале нельзя. Угу. Какая-то глупо. Наверное, это банши. Но он один раз чуть не напал. Ну да, 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 он сзади меня. Не, мы можем рискнуть? За... Обосранный туалет, наш любимый. Ну да, кстати, это твой туалет. Фонарик мигает. Это будут прятки. Убегайте. Прятки. Ребятушки. Вот детектор заметил. Его детектор заметил. Я ухожу. Блин, это было стрёмно. Я знаю, что когда мигает фонарик, надо прятаться. Так, что можем мы отметить теперь в журнале еще? Дима, это не охота была, это фейк охота была. Он просто нас напугать решил. Да что нам отмечать? Ничего? Не надо, да? Просто напугал нас и все. Его заметил этот радиоприемник. Да? Да, сейчас я нажму, что будет. Это не банши тогда. Нет, это банши, наверное. Так, подожди, радиоприемник надо ставить? Думаю, нет, потому что я не заметил, как он здесь, ну да, засмыкал. Так, тоже блокнота нет. Так, записи в блокноте тоже вычеркиваем. Отпечаток рук мы не видели, правильно? Мы же светили этой штукой. Да. Нет. Да, не было. ЕМП уровень 5. Ну, давайте вот... Ну, я тоже ходил, не было. ЕМП не было, серьезно говорю. Я прям весь... Да. Я весь дом обходил, его не было. Лазерный проектор был? Нет. Нет. А! Так это банши. Все. Это банши? Да. Все. Радиоприемник сработал. Банши, уезжаем, тогда, если это банши. Смотри, нет, у нас два варианта. Я вот смотри. Либо это Юкай, или банши. Давайте банши, потому что больше на него похоже. Как выбирать? Где этого призрака выбирать? А просто в том же. В уликах и вот на основе приведенных доказательств выбирай банши. Все. Ну что, ребята, если все было верно, и значит мы набрались опыта и смогли вычислить призрака. Хотя мы реально сделали все, чтобы его найти. Прикол, если это Йокай был. Прикол, если мы прошли, я буду уже полупрофессионалом. Что? Райджи? Это кто вообще? А че мы не прошли? Блин, ну мы были близко. Но я, знаете что, это та серия, когда я реально понял, как находить призрака. Потому что до этого я не понимал. Мне объясняли, но я не понимал. Теперь я понимаю, что надо ставишь блокнот. Можно сразу сделать быстро, да? Один ставит блокнот, второй фонариком ходит, ищет, допустим, отпечатки, а третий камеру ставит, смотрит, допустим, есть огонек или нету, да? И еще ставит это самое, лазерный проектор. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и посмотрите мои ролики. Еще. It's delicious.